Приветствую вас, друзья. Ой, короче, вчера возвращался я с рыбалки. Ну, материал отснят, еще не монтировал, как бы некогда. А у меня поломались провода от датчиков температуры под свечами, которые. И я не заметил, ну, они поломались, то есть, ну, не показывают. И в связи с этим я не заметил обрыв ремня вентилятора. То есть заметил, когда уже из-под капота пошел дым, начала плавиться верхняя крышка, то есть я раскалил двигатель. Вчера утром минус 47 было, ну там в ролике посмотрите, я когда смонтирую, то есть, ну, я выложу. Но дело вот в чем. То есть, ну, пальцы все отморозил, он белый до сих пор. Пока ремонтировался там, но ремонт, то есть замена ремня вентилятора не помогла. Пришлось звонить знакомым, то есть приехали, помогли доехать до поселка, а от поселка уже на машину зацепили, за машину, и машиной притащили снегоход, в гараж поставили. В итоге, короче, датчики температуры оторвались, ну все, то есть они и плюс еще и поплавились. Капот, то есть я когда ехал, я снял вот эту крышку с двигателя и маленько проеду там метров 50-70, капот открываю, на двигатель насыпал снег, капот закрыл, еще, ну, завел, дальше поехал, вот опять метров 50 проехал, капот открыл, снега насыпал, еще проехал. И вот так вот я ехал, навстречу мне выехали с поселка на снегоходе, но я все равно двигался потихонечку. И вот с этими манипуляциями туда-сюда, в один прекрасный момент у меня, я когда капот открывал, он у меня выскользнул из рук и ходом полетел на открывание, оборвало крепление тросика и выломало, где капот крепится к снегоходу, отломало, короче, пол капота, он упал и еще на земле раскололся. Вот, короче, сейчас капот, датчики температуры и капитальный ремонт двигателя, но это примерно по деньгам выходит чуть меньше, чем новый двигатель. Как бы с людьми разговаривал, они говорят, ну, не заморачивайся лучше с ремонтом, а уже сразу новый двигатель. Я вот сейчас в магазин заехал, он 128 тысяч там с копейками стоит, этот двигатель новый. Ой, ну, естественно, таких денег у меня нету на ремонт снегохода, на двигатель. То есть там двигатель, считайте, 128, да, ну, 129 тысяч. Капот где-то там 10 тысяч, наверное, будет у нас стоить. То есть ремонтировать нерентабельно. Сейчас я ролик пишу одним кадром, одним дублем, то есть, чтобы не монтировать. То есть, ну, крик о помощи, то есть помогите там на ремонт, потому что снегоход, это, ну, без него никак. Под роликом я поставлю номер карточки и ссылку донат, то есть кому как удобнее, можете, кому не жалко, кто сколько может, и за любую помощь я буду благодарен. Весь расстройство, сейчас пальцы маленько заживут, руки. Пойду снимать двигатель, разбирать снегоход. Короче, я весь в расстройстве, я прям вообще. Ну ладно, хоть вытащили меня оттуда на веревке с леса, с этого, с реки, потому что далеко от населенного пункта, и как бы температура-то была хорошая. Самое главное, что сам живой. Пальцы заживут, ничего страшного. Но все равно неприятно, печально, весь в расстройстве. Буду признателен любой помощи от вас. Кто не останется в стороне, огромнейшее спасибо сразу заранее вам. Ну что, нас впереди ждет много работы. Спасибо заранее. До новых встреч, друзья.